Предполагаемый убийца ребенка задержан. Напомним, трагедия произошла 12 марта в частном доме одного из сел Марксовского района. По версии следствия, 33-летний Николай Шитенков, находясь в нетрезвом состоянии, избил своего 6-летнего пасынка на глазах у его матери. На следующий день ребенок скончался. Мужчина вынес тело мальчика из дома и спрятал в сарае. 23-летняя женщина о смерти сына сообщила по телефону своему родственнику лишь 5 апреля. Последний вызвал полицию. Женщина такую задержку объяснила угрозами со стороны мужа. Николай Шитенков был объявлен в розыск. 7 апреля подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, повлекшее смерть».